Все прибывшие на Ставрополье из других регионов России будут обязаны пройти двухнедельный карантин. Такое распоряжение дал губернатор Владимир Владимиров во время совещания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Проводить эту работу будут руководители территории, медики и специалисты Роспотребнадзора. Глава края также поручил обеспечить дополнительные меры профилактики на предприятиях, которые будут работать во время противовирусного режима. Ужесточаем режимы, связанные с работой людей на предприятиях. Сегодня мы данное постановление примем и пропишем четко нормы, по которым могут работать сегодня предприятия. Я очень прошу, тот режим самоизоляции, который мы сегодня в край ввели, обязательно соблюдать, потому что вслед за второй волной мы ее прогнозировали, внутрирегиональное заражение. Пойдет волна третья. Она будет связана только с одним, с тем, что мы начнем заражать друг друга внутри Ставропольского края. Очень бы не хотелось, чтобы эта волна к нам пришла. У 19 человек на Ставрополье диагностировали коронавирус. Об этом сообщили на ежедневном брифинге в правительстве края. Новые пациенты изолированы и находятся под наблюдением врачей. Уже идет работа по выявлению их круга контактов. Из общего количества пациентов 6 полностью выздоровели. Также на брифинге рассказали об организациях, которые продолжат работу в период действия усиленного режима самоизоляции. Соответствующее распоряжение подписал накануне губернатор Владимир Владимиров. Это предприятия, связанные со строительством, сельским хозяйством, быт там и не только. Прачечные, химчистки, магазины оптика, магазины по ремонту бытовой техники, по ремонту другой техники, имеющие значение в быту, работают. И вот как заключительный процесс, учитывая, что все эти виды деятельности надо обеспечить адвокатской деятельностью и нотариусом, то же самое 22 и 23 позиции этого распоряжения, также они включены в действие. В Невинномысске стартовали масштабные дорожные работы. Там начали реконструировать автомобильный переезд через железнодорожные пути по улице Гагарина. Его возраст больше полувека. Объект уже не справлялся с транспортной нагрузкой. В качестве альтернативы в конце прошлого года в городе Химиково открыли новый путепровод. Но и прежний участок имеет важное значение. На нем оборудуют 4 полосы движения и пешеходную зону. Конструкцию укрепят почти 200 свай и балок. Перед началом работ путепровод осмотрел губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, что темпы дорожных работ в регионе не снизятся в связи с коронавирусом. Охотничьи угодья предгорного района пополнили фазанами и куропатками. Птиц вырастили в специализированных вольерах в хозяйстве под контролем специалистов Минприроды Ставрополя. В естественную среду обитания выпустили 50 особей фазана и столько же серой куропатки. Так обновляет генетический фонд в имеющихся популяциях. Кроме того, впоследствии возможно естественное расселение птиц на соседние угодья. Детская музыкальная школа Кисловодска получила новые баяны и аккордеоны. Подобраны они специально с учетом возрастов обучающихся. На них смогут играть как начинающие музыканты, так и старшеклассники. Инструменты закупили в рамках нацпроекта «Культура».